Единственный день в году, когда работники культуры сидят в зале. В этот праздник не они развлекали зрителей, а их радовал московский виртуоз Степан Мезенцев. И все же тобольские звезды на сцену выходили за наградами. Премии в области культуры имени Юрия Константинова удостоена Файзана Сайфуллина. Первые годы, вот первые 5 лет у меня было 37 коллективов. 37. Потом я создала свою школу, вокальную школу. И у меня выросли педагоги в моей же студии, стали работать. И вот до сих пор теперь у нас вот этот синтез дети, синтез творчества – это все наши. Наши плоды. Это теперь синтез – главная сцена города. Совсем недавно Дворец культуры считался цехом НХК, а местные артисты выступали в Доме культуры Нижнего Посада. Там и дебютировала Люсьена Романова. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Патриотические песни занимают большую часть репертуара певицы и хора «Русская песня», которую она возглавляет. Коллектив радует зрителей с 1978 года, так что премию Юрия Константинова давно заслужили. Талантливый музыкант и чиновник нес культуру в массы, привлекал в город одаренных музыкантов. Вместе с Люсьеной Романовой они задумали фестиваль «Фронтовые дали», который живет до сих пор. И наша идея была вот эти все клубы. Они же называли «Красными уголками», клубы, пароходство, Сумкина, ну и многие другие. То есть надо было обозначить и сделать их домами культуры, потому что ну так нельзя было, развитие должно было быть. Там местно создали филармонию, я была там администратором. Какие города мы только не ездили. И в Болгарию, и в Польшу ездили. Я возила оркестр русских народных инструментов, 40 с лишним человек. Поздравили музыкантов, поэтов, артистов, работников сцены, библиотекарей, связавших свою жизнь с культурой и искусством. Удалось, наверное, все-таки свою давнюю мечту воплотить. Все-таки связал себя с джазом и вот джазовый ансамбль Magic Band. Конечно, это мое детище и моя радость, собственно. Все эти люди трудятся ради сохранения и приумножения нематериального наследия России. Ольга Куричко, Михаил Куричко, «Тобольское время».